Привет всем! У нас сегодня будет вот такой вот локомотивчик. Будем ему ставить декодер цифровой. Всем приятного просмотра! Всем привет! Вот у меня сейчас пока аналоговый. Мы будем ставить ему сегодня цифровой декодер. Это у нас BR-225. BR-18 у меня уже оцифрован. Таврус оцифрован. Вот. И я, как говорил, это видели, переделал Сапсан, он у меня теперь звуковой. Машка тоже звуковая. И паровоз. У меня получается три со звуком и будет три просто цифровые. Ну что, приступим? Сейчас мы вытащим из коробочки его, разберем. Ну вот, я его подготовил, уже даже раскрутил. И снимаем корпус. Вот так вот. Вот как он выглядит у нас внутри. Я его переделывать не буду. Оставлю как он есть. Вот здесь я, честно говоря, не лазил. Не знаю, кто лазил. И с одной стороны, и с другой стороны. Покорябано. А мы будем менять. Заглушку вытащим. Будем ставить декодер, который у нас, вот он, вот декодер, который мы достали из Сапсана. Как всегда, у нас только много проводов, проводки, сейчас мы их разгребем здесь и достанем. Ну, одной рукой неудобно, я сейчас вытащу заглушку, поставлю декодер, и мы его проверим. Ну вот, заглушку я вытащил, поставил я декодер. Сейчас проверим, как он будет работать у нас. Ну вот, декодер стоит. Мы сейчас будем проверять. Я уже перепрограммировал его. Вот. О, ездит. Все цифровой. Прикольно. Я уже его перепрограммировал. Он был на Сапсане у меня. Вот я ему адрес новый дал. Все. И название полностью. Вот он. BR-225. Оп. Все, тогда собираем его и катаем. Ну вот, мы его собрали, полностью поставили декодер, перепрограммировали его, и он у нас теперь здесь будет бегать. Включаем свет у него и вперед поехал. Ну, наверное, на этом все. Работа выполнена. Всем спасибо, кто посмотрел. А кому интересно, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, пишите сообщения. По возможности я отвечу. Всем еще раз спасибо. Всем пока.